Приветствую всех на своем канале. Сегодня у нас будет обзор и вскрытие цилиндра фирмы Ялле. Это скандинавский цилиндр, шестипинка, точнее пятипинка. Вот, и давайте мы сейчас его откроем, посмотрим, сколько он продержится по времени, какие пины здесь установлены. Я сейчас поставлю тиски, и мы продолжим видео. Так, вскрывать мы его будем. Начнем вот с такой вот клюшки при необходимости. Если необходимо будет, возьмем другую клюшку. И давайте возьмем вот такой натяжок. Он четко подходит и не переграждает нам замочную скважину. Один. Второй. И мы видим вскрытие этого цилиндра. Так. Так. Мы видим 5 пинов. Давайте я сразу эти пины вытрушу. Так, и мы видим здесь кей-пин двойной. Давайте сейчас посмотрим плах. Проточек никаких нет. Ну вот такой вот плах. И давайте теперь посмотрим, какие пины нижнего уровня. Так, пятый. Оп. Пятый простой. Оп. Еще раз простой. Оп. Так, ну, мы здесь видим, что
4 пина, это походу пин зашел с нижнего ряда. Вот высота пина. Да, это получается, мы как раз провернули, пин был до пружинки. В общем, обычные пины. Как бы сложного в этом цилиндре нет ничего. Мы уже открывали цилиндр Ялы, но в таком корпусе мы открываем его впервые, поэтому если вам попадется такой цилиндр, скорее всего у него вот такие вот пины. То есть есть Ялы с точенными пинами, есть без точенных. Вот нам попался неточенный. Ну, фаски немножко сбиты на кейпинах. Вот. Ну, а так, в принципе, ничего особенного в этом цилиндре нет. В общем, на этом я это видео завершаю. Пружинки, обратите внимание, медные. Вот, все остальное ничего особенного. Если какие-то вопросы остаются, задаем в комментариях. Всего хорошего.